В Актюбе открылся областной спортивно-патриотический клуб «Намыс». В торжественном открытии принял участие депутат Мажилиса парламента Бахытбек Смагул. Мы должны создавать условия для молодежи. И сегодня этот клуб показывает хороший пример для всего Казахстана. Клуб расположен в микрорайоне Нур-Актюбе на цокольном этаже жилого дома на 780 квадратных метрах. В нем могут заниматься одновременно до 2000 детей. У нас патриотических клубов много, но единого места нету. Поэтому мы бы хотели, чтобы молодежь спортом занимался, разными видами спорта. И у нас разница с других патриотических клубов. Здесь есть комната ожидания для матерей, чтобы они не мерзли, не стояли, когда дети привезли, спокойно могли сесть и чай попить, книжку почитать, телевизор посмотреть. И еще одно значение – это музей мужества. Дети уже активно записываются в секции вольной борьбы, тэквондо, рукопашного боя, классы хореографии, дамбры, фитнеса и английского языка. Также для детей постарше открыт тренажерный зал. Клуб очень классный, мне очень нравится. Новый клуб не только для детворы микрорайона Нур-Актюбе. Он будет принимать детей со всего областного центра. Анастасия Евсеева, Нурбек Атаров, телеканал Актюбе.